если что, это они так играют. Они тут опять бегали друг за другом. Точнее, Сатика убегает от Таффи под крыльцом, под террасой, а Таффи туда не залезает. Он его ждет с разных сторон. Ой, Коль, ты такой пропускаешь тут. Жопки, смотри, как играют смешно. Они тут так гоняли, ну, как бы Таффи за Сатикой. Коль, на камин поставила. Так, ну что, все, они уже наигрались. Так, сосед наш приехал. Манюнечка, что с тобой не играет, Афонька, больше? У тебя мой зайчик. А у нас началась неделя масленицы. Ну, правда, она началась не сегодня. А когда она началась? Понедельник. Сегодня еще такая хорошая погода, такое солнышко, морозец. Ощущается, правда, как минус 20 айфон пишет. Так, теперь нам... Спасибо за кофе. Смотрите, какая пенка. А еще добавили вот такой вот приправа кофе и десертом. Так, ну что, продолжаем готовить блинчики. Здесь у меня 5 яиц. Так, у нас есть сахар. Думаю, 3 штучки. Сколько тут грамм? Добавлю масло, можно сейчас добавить. Повторюсь, у меня всегда блины на глаз. Я готовлю первый, потом начинаю что-то добавлять дополнительно. Кстати, на голову макароны упали. Ну что, дорогие друзья, я пришла к вам с очень важной информацией, напомнить о том, что совсем скоро уже будет 8 марта. И поэтому я хочу поделиться с вами крутой идеей подарка. И это подарочный сертификат Кува. А в этой красивой коробке собраны десятки интересных отелей по всей России. И самое главное, что тот, кому вы ее подарите, будет сам выбирать, куда поехать, когда и с кем. Отелей очень много. Большинство вокруг Питера и Москвы. Но есть и на Байкале, Алтае, в Сочи и других городах. Дома с панорамными окнами, сферы, отели с открытыми бассейнами или даже дом на дереве. Просто огромный выбор интересных отелей. Ваши близкие точно найдут для себя что-то интересное и отправятся туда отдыхать в удобные для них даты. Также вы можете выбрать сертификат для двоих или на всю семью. Сам сертификат действует целых 2 года. Согласитесь, выделить время реально.
Все это можно подарить вот в такой красивой подарочной упаковке ручной работы. Кстати, на сайте очень большой выбор упаковки. Вы только взгляните на эту красоту. А если ваш получатель находится в другом городе, то можно выбрать электронный формат. Ну а теперь давайте посмотрим, что внутри этой подарочной коробочки. Выглядит, конечно, все очень празднично, упаковано все аккуратно, видно, что все сделано с любовью. Внутри мы видим вот такую коробочку с фирменным логотипом Кува. А внутри лежит конвертик, в котором находится сам подарочный сертификат. Смотрите, а в этом наборе есть еще и конфетки. А вот и сам подарочный сертификат. Давайте я покажу, как его активировать. Наводим телефон на QR-код, переходим по ссылке и вводим номер вашего сертификата. Все очень просто. У Кува есть 7 подарочных сертификатов. Необычные выходные. Это самые необычные отели от прозрачных сфер до средневековых замков. Побег из города. Комфортные загородные отели, в которых можно отдохнуть от городского шума и суеты. Семейный уикенд – это комфортные загородные отели и гостевые дома, в которых могут разместиться двое взрослых с детьми. Просто космос – это самые интересные и увлекательные загородные отели с возможностью выбора отеля из любого другого сертификата Кува. Отдых во спасение – это комфортные загородные отели с включенной программой СПА-процедур. И другие сертификаты. Так что, если вы хотите порадовать близкого человека крутыми подарками, дарите сертификат Кува. Это подарок, с которым сложно промахнуться, и его, конечно же, запомнят. А яркие эмоции наших близких – это всегда ценно и очень приятно. Под видео, конечно же, оставлю ссылочку. И по нашему промокоду Ника вы сможете получить скидку в 1000 рублей. Ну и, конечно же, стоит поторопиться, ведь праздник уже совсем-совсем близко. Итак, наконец мы опробовали наш краскопульт. Могу сказать одно, что по итогу, когда мы разобрались, как правильно им пользоваться, работа пошла раз в 5 быстрее, чем когда мы красили первую комнату кисточками. Единственное, что почему-то грунтовку он очень плохо распылял. Видимо, из-за состава, не знаю. А вот когда начал наносить краску, то все нанеслось на стены без проблем и без пятен. В общем, в следующем видео покажу результат. А тут мы со Стасом поехали в Кронштадт на выставку ледяных скульптур. Я увидела рекламу этой выставки, и мы решили съездить. Тем более нам ехать недалеко, примерно полчасика. Сама выставка проходила в музейно-историческом парке в Кронштадте. Кстати, это первый самый большой в России парк, посвященный военно-морскому флоту. Мы приехали в парк, и пока мы шли от места, где мы оставили машину, уже практически стемнело. Кстати, вход в парк бесплатный, а площадь составляет более 10 гектар. Кто живет в Питере или гости города, рекомендую обязательно посетить данный парк. Тут очень много всего интересного, как для детей, так и для взрослых. Более подробно можно изучить на их сайте. Это не реклама, а просто рекомендация, так как, правда, место очень приятное и атмосферное. Но огромная проблема с парковкой. Прям я бы сказала, это проблема номер один. Надеюсь, что этот вопрос в скором времени решится. Так вот, мы пришли в парк и увидели огромную очередь прямо от начала входа. И это была очередь именно на выставку ледяных скульптур. Это бесплатная выставка, она проходила с 15 февраля по 2 марта. Так что есть в запасе еще пару дней, кому вдруг стало интересно. Мы решили, что пойдем в другой день, так как тратить много времени в очереди на морозе нам не хотелось. Подумали, что лучше поехать сюда в будний день. Спойлер, мы в итоге попали на выставку, но об этом чуть позже расскажу. Сами удивились удаче. Поэтому мы пошли просто гулять. Зимой я там еще ни разу не была, а была я всего один раз прошлым летом с Мариной и племяшками. Влог я не снимала в тот день, а вот нашла, кстати, пару фоточек. А еще в тот раз я ходила вместе с девочками в веревочном парке. Я, если честно, думала, что это какая-то легкотня будет, но не тут-то было. Я прям, если честно, прошла только половину. А на следующий день у меня, конечно, руки просто отваливались. Вот это змея прикольная. Катались вы? А? Вы здесь катались? Да. О, хочешь свободно. Можно, знаешь, встать? Ты еще кричишь, добавляешь. Просто Коля. Я сбоку могу.
Ничего себе. Корабль военный. В общем, мы идем. Слышишь? Форт. Лед ломается. Слышно, как лед ломается. И он на самом деле, ой, с большой скоростью плывет. Хоть или ледокол, или судно, которое идет по уже пробитому льду. Короче, мне кажется, он дойдет быстрее, чем я дойду пешком. Так, это не ледокол, потому что ледокол, он должен быть в разы огромнее. Это просто какое-то судно. Да, в общем, Стас разбирается, поэтому доверяем ему. В общем, мы не попали в этот, на выставку, точнее, мы просто увидели количество народу и сказали, что мы в будний день приедем просто. Он уже приехал, обалдеть. Просто мы когда начинали свой путь оттуда, там была такая маленькая точка, а он уже, так, ну пусть бы, он уже приплыл, а мы все идем. Мы не знаем, куда мы идем, просто гуляем. В общем, мы поизучали объекты строительства, что у нас тут будет в ближайшие годы, как было. Очень интересно. Так, ну все, на самом деле мы уже двигаемся в сторону машины. Сейчас покажу как пример. Так, это что будет? Вот, открытие в 23-м году, это музей военно-морской славы. Как было в 19-м году. И вот в 22-м как раз реставрировали. Второй форт. Вот, что с ним теперь? Он еще в процессе реконструкции. Вот. Мы прям сейчас проходили это. Вот это вот красное здание. Так что интересно. Интересно будет потом посмотреть на эту подводную лодку вблизи. Она будет стоять в музее, который, как я поняла, вот в этом году должен открыться. Да, в 23-м году. Мы как раз проезжали, то есть он с лицевой стороны уже такой, в принципе, там, наверное, внутри остаются какие-то миссия выполнима. Угу. Пойдем туда. Так, мы заказали себе еду на вынос. Это вот такой небольшой фудкорт. Ну а есть мы будем в тепле внутри самого фудкорта. После ужина мы пошли к машине и увидели, что очередь к выставке практически рассосалась. А все дело было в том, что выставка закрывалась ровно 8 часов и оставалось всего 5 минут до закрытия. Мы решили все-таки встать в очередь, но понимали, что есть такая вероятность, что перед нами могли закрыть проход. Но все же нам повезло, и ровно в 20.01 мы зашли и были там минут 15. И самое удивительное, что нас никто не торопил, не выгонял. И самый большой плюс был в том, что люди выходили, а новые не входили. Поэтому было комфортно все рассматривать, так как людей становилось все меньше и меньше. Мы пофоткались, понаслаждались. В общем, мне очень понравилось. Всего было представлено 15 скульптур разных размеров, от миниатюрных статуй до объемных фигур и масштабных композиций. В течение 2 недель над их созданием работали скульпторы со всей страны. Среди них чемпионы мира, победители и призеры престижных международных конкурсов по ледовой и снежной скульптуре. Для создания экспозиции мастера переработали более 200 тонн льда. Слушайте, это, конечно, такая умора наблюдать за Сетькой, когда он начинает
шалить, немножко пакостичать. Если честно, мы долго не можем понять действие Сэйди. То есть он просто подходит к дивану и пытается не запрыгнуть, а как будто ну просто вот встает передними лапами и спускается. И так вот, не знаю, на протяжении минуты туда-сюда, туда-сюда. В итоге оказалось, что он на самом деле просто хочет запрыгнуть на диван, но просто ему было, видимо, лень делать разгон. Ну, в общем, сейчас вы все сами увидите. Маня, я тебя не спрашивала.